Депутат Сената парламента Республики Казахстан Бекболат Орынбеков с рабочим визитом посетил Жамбылскую область. Он побывал на нескольких объектах Тараза. Одним из них является научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии. Депутат полностью осмотрел объект, ознакомился с материально-технической базой. Кроме того, он встретился с сотрудниками центра и ответил на волнующие их вопросы. Научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии, который более 15 лет лечит сердца жамбылцев, на сегодняшний день насчитывает 184 сотрудника. Здесь проводится более 250 операций в год, в том числе и младенцам до 1 года. Сенатору объект представил глава центра Сейтхан Джошубаев. В заведении, оснащенном крепкой материально-технической базой, особых проблем нет. Однако в сфере медицины в регионе есть на что обратить внимание. Например, сейчас не хватает специалистов-кардиологов, неиспользуемых ими аппаратов. Раньше кардиологические институты и центры были в каждой районной больнице, были даже и диспансеры. Но, к сожалению, это было раньше. При этом на сегодняшний день больше кардиологических заболеваний и летальных фактов регистрируется в два раза больше, в отличие от онкологических заболеваний. Затем Бекболат Орынбеков встретился с сотрудниками центра. На совещании сенатор рассказал о принятых конкретных решениях на республиканском уровне и позитивных изменениях в социально-экономической производственной сферах. Также спикер отметил, что в результате проделанной работы Сенатом Казахстана было возвращено активов на сумму около 1 триллиона тенге. Их направлено на возведение социальных объектов. Также он отметил, что в стране с каждым годом увеличивается финансирование медицины. В эту сферу вкладываются значительные средства. В том числе, надо сказать, решается и вопрос оплаты труда. Однако при этом и имеется немало проблем в сфере здравоохранения. Мы обсудим их на заседании Мажилиса Сената. На совещании Бекболату Орынбекову был задан ряд вопросов со стороны сотрудников, на которые были даны исчерпывающие ответы. Поднимали вопросы, касающиеся не только медицины, но и других сфер жизнедеятельности. Дана Саматазаматбескена, 77 News.